Ну, а тут у меня как бы немного печаль. Вот малыш начал линять. И видно, неудачно откусил себе хвостик. Вот такая тема. Хвостик-то отрастет кончик. Но вот бывают такие моменты в жизни. Это мы тут покакали. Вот они, произведения искусства буду убирать. Ну и теперь вот кончика хвоста у нас нет. Да, будет отрастать заново. Видно, начал тянуть шкурку, увлекся и сожрал. Это у них бывает у малышей. В связи с чем их вдвоем не содержат. И так далее. Потому что друг другу хвосты откусывают и лапки. Так что вот такая печаль. На здоровье это не влияет. Хвостик отрастет, но он теперь не будет рифленым. Очень обидно и очень жалко, конечно. Ну и вот такой процесс линьки. Мешать ему не буду. Разберется сам. Так что вот так бывает в жизни. Вот он пытается это дело снять. Сейчас все поснимает. И потом покажу результат. Вот прошло буквально 2 часа, малыш долинял. И вот сейчас проверим лапочки, пальчики. И вот, собственно, рассмотрим утраченный хвостик. Сейчас покажу поближе. Вот так это выглядит, кровотечения тут никакого нет. Мышцы просто сокращаются в определенной точке, пережимаются и капилляры, и хвостик тупо отваливается. То есть он может отвалиться в любом из этих сегментов. И потом, когда будет отрастать, просто пупырками уже не покроется, будет ровный и, на мой взгляд, некрасивый. Такая трагедия, конечно, впервые у меня случилась, но это бывает, заводчики часто рассказывают об этом. Что вот и в период линьки такое может произойти, и когда друг с другом мышки контактируют. Ну вот вчера у нас хвостик, точнее это был в полночь, в прошедшую, все было нормально, я дитя кормила. А сейчас вот такая трагедия. Не смертельно, отрастет, но печально. И да, это не потому, что он там был типа голодный, отъел себе хвост, нет. Он просто не справился с линькой. И, видно, потянул, откусил больше, чем хотелось. Ну, куда деваться? Скажи, бывает в жизни огорчение. Что, скажи, поделаешь? Ну-ка, ну-ка. О, кушай давай. Да-да-да. Я, конечно, понимаю, что хвост вкусный. Но лучше кушать тараканов.